И всем привет, с вами Глеб и Боря. Привет. Так, вот. Ну, короче, бери Боря и кое-что вам покажу. Тан-тан-тан! Я на гироскопе. Мне его 25 декабря подарили. И сегодня мы будем кататься. Он, честно говоря, оказывается, легко проходит. Я даже чуть-чуть по снегу катался и немного заезжал в лужу. И вот, смотрите, перед нами яма вот такая. Вот, Борис. Угристая местность. Пофиг. Сори. Борис, следуй за мной. Я тебя записываю. Ну, вот так вот хорошо едет. А теперь мы дальше проедем целую полосу из ямок. Пошли, пошли. Себя я не буду показывать, а за-за. А зачем меня не надо показывать? Глеба, я не буду показывать. Шучу, я его показывал сейчас, что, видите? Каждую ямку ловлю, ему пофиг. Зарядка. Покажи, как разгоняется. Заряжается, кстати, он всего 2 часа. Это очень много, понимаете? Разгоняйся! Он начинает пикать, если сильно разгоняется. Ну, короче, вот так вот по плохой местности ездит. Ну, все, наверное, пока. Ну, мы обзор уже сделали. Сейчас будет кое-что еще круче. Поехали. Сейчас, извините. Лежать немного. Так. Жух. Кстати, можно танцевать. Эврибы. Вот вы музон будете. Ну, эврибы. Увидимся в следующей половине видео. Вот началась следующая половина видео. И мы вернемся через секунду снова. Вернулся! Хлебыч в Питере был. Он там, наверное, много бабушек навидал, дедушек. Или вообще проституток. Иду как могу, слышь? Это наш джип Прадо. Land Cruiser Прадо. Это наш джип. Разрешение мелкое могу делать и большое. Номер. Сосите. Вот он, номер. Пожалуйста, я... Борис. Я номер записываю машины. Ну, я зачем вам показываю его? Просто по приколу. Пошли. Дай вот такое вот. Допустим. Если ты упадешь, я не виноват. Это непонятно. Мне пофиг. Тебе не пофиг на здоровье? Все. Непонятно. Конец видео. Пока.